Доброе утро. Всем привет. Всем привет. Девчонки уже готовы. Мама всех заплела сегодня красиво, да, доченьки? Что, давайте одеваться. Папа уже машину пошел выгонять. Сегодня мы идем в осенних курточках. Ну, довольно-таки теплых. Потому что у нас плюс 8 обещают. Но сапоги один к зимние. Что делать? Потому что очень холодно, ой, это грязно, сильно, сыро. Сегодня снега нету. Есть! Скажу, мама, нет. Нет, там немножко есть, все равно. Есть, почему нет? Нет. Там есть. Так, воспитанники у тебя, да? Только да. Так, уже зимние дела. Пакеты, Саня, не забудьте. А где лежат пакеты? Какие? Для смены обуви. Вы же обувь принесли? Я тоже свои не приносила. Ну хорошо, вставай. У тебя есть? Точно? Да, я только сменку забирала. Я мимо этой проходила. Прошла. Я... Женя, а мои это кеды забрала? Я все забирала. Мне нужны обувь принесли. Откуда вам эти нашла? Я потому что А, это же старые, они у меня порвались. И папа ее починил. Но я хожу теперь в слепонах. Что такое огромный? Мама. Мама, а одежду где? Так нам же, нас же пизда будет. Уже на завтра. Так, ложите обувь свою. Мама, а я же, когда это, я что надевал, мне кеды, я с кедами хожу. Анечка, давай одеваться. Жень, где мои кеды? Да я их не забирала! Санечка, так нет, завтра еще придешь в школу. Ты мама, что за такой большой? Ну, а обувь зимнюю ты сюда как? Или тебе маленькие дать, а обувь вы куда ставите? Вот сапоги вы сейчас ты пойдешь. Это, мама, для физры мне выдают. Обувь там, потому что мы обувь там в раздевалке оставляем. Жень, не спорь, пожалуйста, что ты спорь? Вот эти одевать? Обувь, да, да. Так, вот это чьи? Женя, туфли забыла. Туфли возьми. Это мои. Это чьи есть. Старый аккумулятор. Сдох совсем. Так, а Динка же тебе купил? Ну, я 300 рублей. Девчонки, вот шапка одна, где вторая? А, на кухне. У меня в куртке, мама, вторая шапка. Твои дай. Я забыла, твои. Так, мне надо будет подкрыть шапку. Что, не трогай? Ничего, не забыла. В какой куртке, Сань, у тебя? У меня в синей. В какой? В цветной синей. Вот как розовая. Ух, цветной синий. Ну, еще тогда не заезжайте. А где вот это? Дринка, хоть ты выйдешь, что ли? Сейчас. Мама, где такая же цветная синяя? Она вон, она висит. Так, не забывайте эти. Да я тебе просто держу. Вот. Ну, все, сама. Хорошо, шапка.
ногти прям большие. Любую прическу можно, да, зачем? Да. Так, тачки точно хорошо потерла? Да, на дня вам. Туфли положила, спрашиваю, Жень, еще раз. Шарфики не забывайте. Что ты носишь? Пакет. Зачем? Куда еще туфли куда складывать? Так, там у тебя твоя? Да. А где ручка? Пакет. Вот это будет тебя на обувь лежать. Где у меня одета обувь? Будет тебя на обувь лежать. Там, в этом. Дома. Где? Ну да. Мама, вот где мама? Мама, это моя. Вот, мама, да. Вот пакеты носки. Нет, капюшон. Нет. Это Дома, вот носки и штаны. Дома, носки и штаны. Ой, я пошел не знаю. А вот это значит, с любой штаны забирать и тут вот туда. Сменки будет, да. Когда в юбке, тогда в туфлях, а когда в брюках, тогда в этой, в слимбонах. Тома, ну, так я и... подожди, подожди, эти варежки. Тома, не варежки, не высохли да, нисколько. Да, у меня не варежки. Мокрые. Перчатки надо одеть. Так. Вот они нам красные, красные мои. Твоя только одна, потому что... Красные мои, нет, нет, вот они. Вот они. Так, на. Потом она. Одну перчатку вы уже потеряли. Потому что я когда стирала, я нашла пока, только одну мама. Вот эту перчатку. Пока. Второй уже нету, где-то уже все. Это гуляшные перчатки. Все перчатки по одной, да, Жень? Все порастеряла, доча? Все, все перчатки по одной. А что он мне делает? На, одевай эти грязные, еще тебе тебе делать. Это одна и это одна. Они не такие грязные. Не такие грязные. Так, давай. Женя, ну а кто тебе виноват? Почему ты все порастеряла? Вот посмотри. Одна такая, одна такая. Все, это вот, мама, вот этот, как его, да? Иди, потом... На физру вот этот сверли. Все, иди. А где что завтра принесем? Ну, физру. Меня просили рассказать об отбеливающем, который мы заказывали. Вот такой он. Он я сейчас открою. Вот он не жидкий, видите, а сухой. Он довольно-таки хороший. Мне нравится, что можно его, я думаю, что можно его использовать.
Вот так вот он у меня тут стоит. Тут даже накидано, правда, все. Ну и вот вещи детей. Я их не стала сушить в сушилке, потому что садятся. Вот хоть какую я ставлю программу, все равно в сушилке немножко вещи садятся. А это в основном школьные у меня тут. Футболки, блузки и все такое. Ну и пижама одна беленькая. И отстирывает все хорошо. Даже вот эти вот, смотрите, вот эти кухонные полотенчики довольно-таки беленькие стали. Так что пока мне нравится. Пока мне нравится. Вот я засыпаю каждый раз, когда стираю. Вот. Ну, вроде отстирывает. Ну, хотя у нас дети 1-2 раза оденут и в стирку кладут. Там пятен сильно нету такого. Все беленькое, чистенькое. Сегодня у меня суп легенький с лапши. Этот раз лапшу я поджарила. Ну, хочу попробовать, будет она разваливаться или нет. И сейчас варю я макароны. Вот такие. Саша еще обещала в субботу сварить, так и не сварила. Или даже в пятницу я ей обещала. И сегодня вот обещание выполняю, сварю и макароны. Также, знаете, у нас куры то не несутся, не несутся, то нормально стали. Вот сегодня Вася 12 яиц принес, вчера тоже штук 11, наверное, позавчера тоже было нормально. И я решила, знаете, помните, Дарина делала салат, там картошка, кукуруза, крабовые палочки. И многие написали, что можно без картошки. С одной стороны, даже мне удобнее. Вот яйца только сварил, и, ну, вот огурцов, конечно, у нас сейчас нету свежих. Можно там крабовые палочки или крабовое мясо, кукуруза и огурец. Мне даже так легче будет готовить. Ну, конечно, не будет там много, но поесть на раз хватит, я думаю. Вот. И хочу сегодня приготовить. Правда, у меня ни кукурузы нету, и огурца нету. Ну, Вася за детьми поедет и купит. И главное, сейчас яйца отварю. Ну, и макарончики. Дарина пришла. Что, утром не здоровалась? Нет. Угу. В общем, мы уже с Дариной пообедали. Она себе чай налила, а я сейчас себе кофе немножко налью. Вася принес мне игрушки Томины. Ну, не Томины, конечно, но в основном детей. Надо мне их все разобрать. Они у нас лежали в сарае. Смотрите, какая-то это. Что-то там выкинем, что-то оставим. Ну, вот надо мне разобрать. Тома мне сходила вчера в гости к Алексе и говорит: мама, где все наши куклы? Мы весной, по-моему, когда обои клеили, вынесли все на улицу. И вот здесь вот тоже еще игрушки. В общем, все надо занести и мне разобрать. Половина надо будет то ли отдать кому-то. Ну, некоторые-то, конечно, выбросить прямо. Все подряд тут наложено. Вот видите, вот это вот что-то сломанное. Это тоже кукла вся сломанная. Ну, не сломанная, конечно, но все равно, ну, и там и глазик какой-то. В общем, надо будет все разобраться, посмотреть. Вот еще одна, это еще детей, они разговаривали. Томми, на самом деле, мы детям, Женя, Саша, намного больше игрушки покупали каждый месяц. Это все еще детей игрушки. Томми не так часто мы покупаем. А что ты просто с хлебом, ты че? Ну, хорошо. Достала я малину сегодня, налила свеженькую. У меня там осталось только в холодильнике черника. Решила малину сегодня поставить. Почти все я, можно сказать, выкинула. Вот тут немножко совсем оставила Томми еды, что-нибудь вот такое. Вот здесь вот немножко игрушек. Это, конечно, оставила я мозаику. Но один пакет уже вынесли мы. И вот здесь вот тоже игрушки. Эту еще не разбирала. Не знаю, что тут у нас. Тоже все посмотрю. Скорее всего, почти все выброшу. Ну, вот это, конечно, не буду выбрасывать. Вот. И куклы. Одежду я сейчас всю постираю. У меня там носки стираются. Положила все носки в стирку. И вот нашли мы все куклы наши. И одежку, которую я вязала. Всякие комбинезончики, шапочки, кофточки. Тома искала. И мы нашли у Васи в сарае.
Это вот все постираю, и будет Тома играть с этими куколками. Вот надо еще отмыть только. Отмыть. Ну хорошо, вот у нас печь есть. На печку поставлю. Все это помою, постираю. И все это просушится. Тома просит играть. А зачем новое покупать, когда у нас есть? Она сейчас в таком возрасте, когда она хочет играть именно с куклами. Женя, Саша как-то они редко играли. Тоже вот такие-то их куклы еще. Тоже надо будет помыть. У нас тут и обувь, и одежка, все есть. Главное все постирать. И будет Тома играть. Тоже вот. Лежала уже, наверное, я не знаю, с год, наверное, это все у нас в сарае лежало. Надо будет постирать. Вот это вот нам присылали. Тома с ней любит играть. Только что единственное, надо все помыть, все постирать. Ну и тут сейчас половину разберу, да выброшу.